Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодняшнее видео по игре «Космическая Одиссея». Я вчера писала видео и, как обещала, сегодня будем в режиме онлайн делать вывод. Значит, что? Сейчас монеты соберем. Достижения. Значит, начало есть. Пополните баланс на любую сумму и получите награду. Получаем награду. Так, и пригласите 5 активных рефералов. Получите награду 5 рублей. А здесь 10 копеек, здесь 5 рублей. Получаем награду. Так, получено, получено. Далее что? Бонус у нас. Получить бонус. Получаем бонус. 17 копеек. Вот мой логин. Так, далее что? Надо монеты собрать. Значит, я пополнялась на 100 рублей. У меня, значит, на подарочный я купила спутник за 10 рублей. И за 100 рублей я вот купила хранилище. Итого в день плюс 5,55. Клику «Собрать прибыль». Сейчас все собираем. На балансе у меня 23 рубля 95 копеек. Вклады здесь, как я читала в чате, бессрочные. Так. Что здесь? Так, далее что? Ну, давайте выведем. Кликаем «Вывести». Пайер. Значит, от 1 рубля. Но здесь пишут рубль 20, так как они учитывают, ну, типа того, комиссию. Значит, будет списано 23,94. 95 тут, ну ладно. И к зачислению 23,82. Значит, прописываем кошелек. Обязательно, потому что изменить потом нельзя будет. Тут вот это все читаем, вот эту информацию. Проверяю. Так, отправить заявку. Вот не знаю, как здесь инстант платят, выплачивают на Pair или же в ручном режиме выплачено, видим, да, написано 13.01. Идем на кошелек. Я его открыла заранее. Обновляю я страничку. Так, и да. На Pair платит инстантом. Как видите, я все делаю в режиме онлайн. 13 января. Перевод выполнен. 23,82. И комментарий «Одиссея». Все шикарно. Также, как я уже сказала ранее, говорила, можно зарабатывать абсолютно без вложений, так как дают на покупки бонус 10 рублей. Вы покупаете... Что там? Спутник, да, по-моему. Собираете прибыль в день по 15 копеек. Также на просмотрах серфинга. Это все идет на вывод. Набираете минималку и ставите на вывод. Также эту игру можно использовать как рекламную платформу. Здесь кликаете «Добавить ссылку». И кому надо, можно давать рекламку. Название, ссылочка, время просмотра выбираете, что вам тут надо. Так, выделить ссылку, да, нет, как бы так. И последующий переход на сайт рекомендую не пожалеть. Вот, если будете рекламить, да, чтобы как бы человека, если заинтересует, он мог бы зарегистрироваться. Так, и что еще? Достижения. Опять перехожу.
И что у меня вот здесь? Смотрите, первая прибыль. Прибыль. Отправьте заявку на вывод. Также кликаю «Получить». И у меня на балансе 11 копеек. Ну и реферал. Я вчера делала, да, как бы это самое все. Краткий обзор. Что еще? И рефералы находятся. Не забываем, реферальная ссылочка. Вот она. Копируйте. И приглашаете. Мне кто-то тут активный реферал. И видим, с 12 число ко мне вот приходили, пошли рефералы. И как бы уже сегодня 13. Также народ подтягивается. Но не забываем о том, что любые инвестиции в интернет — это всегда риск. Я рискую своими деньгами, ну а вы же думайте сами. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.